Даниилу Никитину 14 лет. Он учится в кадетском отделении 170-й школы. В свободное от учебы время Даниил часто посещает библиотеку. В этот раз пришел вместе с классом на историческое мероприятие «Дорога мужества и славы» – летопись БАМа. Вместе с одноклассниками Даниил узнал о строительстве Байкало-Амурской магистрали и трудовом подвиге советского народа. Молодежь, молодцы. Они дружно помогли профессиональным строителям. И даже вот если человек только там начинает учиться, он, разумеется, тоже может вложить свой труд в историю. Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Протяженность магистрали – 4323 километра. Строительство БАМа началось в 1974 году. В нем приняло участие около 2 миллионов человек. Среди них были и студенты-добровольцы. В тяжелых условиях непроходимой тайги и вечной мерзлоты они учились, трудились, влюблялись и строили новую жизнь. Молодежь там не только трудилась, но и умела хорошо, интересно отдыхать, создавались агитбригады, да? То есть стройка, она не прекращалась. И, конечно, это большой пример для нынешней молодежи. Как люди умели трудиться, работать и отдыхать. О строительстве БАМа снимали фильмы и писали песни. Некоторые из них под аккомпанемент гитары исполнил вокальный ансамбль «Славичи». Ансамбль сотрудничает с библиотекой более 7 лет. Вокалисты с удовольствием принимают участие в культурных мероприятиях, которые здесь проводятся. И очень хотелось показать вот именно эту небольшую такую программу для нашего подрастающего поколения, чтобы история наша не забывалась. С момента начала стройки Байкало-Амурской магистрали прошло 50 лет. На некоторое время работы были остановлены, а в 2021 году рабочие приступили к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали. Модернизация БАМа и Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития железных дорог до 2025 года. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События.